Пассажирское железнодорожное сообщение планируется распространить на все районы Владивостока, где есть соответствующие линии. Создание легкого метро сформировано после обращений жителей города. Оно отражено в мастер-плане столицы Дальнего Востока и одобрено президентом России Владимиром Путиным. Сейчас мы проговорили с руководством ОРЖД, то есть дальневосточной дороги, о необходимости расширения сети непосредственно маршрутных электропоездов по самой городской инфраструктуре. И здесь мы можем кольцо замыкать, и до Луговой, замыкать тоже туда на Снеговую, замыкать до Улиса, до Тихой. Новые электрички будут ходить в Арсеньев, Уссурийск, Большой Камень и другие города Приморья, а также особое внимание уделят туристическим направлениям. Отметим, основную работу по модернизации железнодорожных пассажирских перевозок планируют выполнить в течение ближайших 5 лет. Евгения Брыкина, Елизавета Драгомирова, Новости на Восьмом.